Сочи именно 7 февраля. Олимпиада. Зимняя Олимпиада. Зимняя Олимпиада, да, которая дала возможность нам сегодня иметь такие замечательные ледовые дворцы и дала возможность заниматься вам хоккеем. Нравится? Сотни детей сегодня имеют возможность заниматься на олимпийском льду разными видами спорта. Это хоккей, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Сегодня в гости к юным хоккеистам приехал глава Сочи Анатолий Пахомов. Все олимпийские объекты работают на 100%, дали возможность занятия нашим деткам. Из 62 тысяч детей школьного возраста 39 тысяч сегодня занимаются дополнительно, кроме занятий физкультуры в школе, в спортивных школах и секциях Сочи. Мы сами из Сибири, поэтому в ноябре, когда нам замерзали речки и озера, мы выходили на лед и играли в хоккей. Здорово, что появилось такое огромное количество дворцов спорта, где наши будущие звезды могли бы заниматься и отдавать себя полностью спорту. Дети на олимпийском льду – это участники турнира, посвященного предстоящему дню зимних видов спорта. Его будут отмечать в это воскресенье, 11 февраля. По традиции, спортивными состязаниями они пройдут по всей стране. Главное из них – это лыжня России.